Добрый день! Сегодня мы будем рисовать зимний лес гуашью. Для начала нужно сделать карандашный набросок. Далее разводим гуашь с белой краской, чтобы цвета получались очень нежные и пастельные. И начинаем рисовать с неба. Небо будет не чисто голубое, а с желтым оттенком внизу. Там будет вставать солнце, поэтому оно окрасилось в желтый цвет. Далее рисуем ближний к нам сугроб, он чисто голубым цветом. И за деревьями тоже сугроб голубого цвета. Далее нужно смешать краски, чтобы получился нежно-розовый, нежно-голубой и нежно-фиолетовый. Этими цветами в случайном порядке раскрашиваем деревья. Фон готов, нужно дождаться, когда он полностью высохнет, и начинаем рисовать ватной палочкой и белой гуашью.